Это дом, где жил Альберт Эйнштейн, великий ученый. Вот он жил здесь, в Нью-Джерси, в Принстоне, в этом доме. Вот такой вот неприметный домик, мои друзья, в котором жил такой великий человек. Представляете? Жил Альберт Эйнштейн, великий-великий ученый. Вот в таком простом доме. Ничего особенного, но великий человек. Обычно великие люди, они не всегда живут в шикарных домах. Живут довольно в простых домах. Вот такой дом, но сзади он очень огромный. Видно, что дом очень большой сзади. Вот такой дом. И кто-то вот живет, соседи, люди рядом возле дома великого человека. Просто обычная простая улица, на которой жил и ходил, творил великий человек Альберт Эйнштейн.